Добрый день, дамы и господа. Меня зовут Андрей Бобров, и сегодня мы с вами разучим, как делать батман при помощи шпаги. В этом мне поможет мой коллега. О, подожди, подожди. Мне звонят. Сейчас я отвечу. Серьезно, да? Алло, алло, да, да. Какого черта? О, Аль, нормально все? Тихо. Товарищики, блин. На заводе здесь работать. Заводы стоят. С вами был дядя Вася и программа «Простое дворовое фехтование».